В 2000 году была разрушена система дорожных фондов. Недостаток финансирования приводил к тому, что на дорогах вместо капитального ремонта занимались ямочным. По сути, выбрасывали деньги на ветер. Совсем недавно систему дорожных фондов восстановили, и деньги будут расходоваться эффективнее. С 1 января 2014 года в Верхней Салде появится свой дорожный фонд. Такое решение на очередном заседании приняли депутаты городской думы. Предварительное наполнение фонда составит 15 миллионов 419 тысяч рублей. Но данная сумма может измениться, все будет зависеть от поступления в местный бюджет акцизов на нефтепродукты. Из чего будет складываться общий котел нового фонда, пояснил заместитель главы администрации по управлению городским хозяйством Вадим Инышев. Источники формирования дорожного фонда определены законодательством, то есть здесь мы не вправе что-либо менять. Это акцизы на автомобильные от продажи бензина, топлива, государственные пошлины за выдачу администрации Верхнесалдинского городского округа специального разрешения на движение автомобилей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, транспортных средств, осуществляющих тяжеловесные, опасные перевозки, доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог, доходов от эксплуатации и использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог, платы в счет возмещения вреда, причиненного дорогам, платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса, денежных взысканий, штрафов, денежных средств, поступающих в местный бюджет в связи с нарушением условий муниципальных контрактов, поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы. Что немало интересно, любой житель города и любое предприятие Верхней Салды тоже может поучаствовать в создании фонда, пожертвовав в него свои средства. А деньги, поступившие в фонд, пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание дорог общего пользования, на ремонты дворовых территорий, многоквартирных домов и проездов к ним. Так что, уважаемые салдинцы, хотите хорошие дороги? Скидывайтесь!